Онлайн-свадьба эпохи коронавируса. Дошли до этого. Регистрация браков разрешена, но безо всякой торжественности. А так как массовые торжества сейчас запрещены, все равно очень хочется. И вот первая в Нижнем Новгороде онлайн-свадьба. Жених и невеста в ресторане, вдвоем, но перед экранами мониторов, а около сотни гостей по домам перед камерами смартфонов. Угощения и напитки им прислали, и они, как положено, отведав, кричат горько. Это вообще первая в Нижнем Новгороде онлайн-свадьба. До этого такого формата свадеб не было. Были свадьбы, которые проводились из дома, скажем, молодожены сами подключали. Но именно когда молодожены в ресторане собираются, и у них есть настоящее торжество, в таком формате это действительно первая в Нижнем Новгороде онлайн-свадьба. К нам обращалось множество молодоженов, которые в соответствии с тем, что они сидят дома, не могут отпраздновать свой торжественный день, и спрашивали, ну что-то можно организовать? Но, к сожалению, мы соблюдали все предписания Роспотребнадзора, и мы поняли, что действительно мы не сможем организовать большой масштабный проект, пригласить кучу родственников. Тем не менее, мы смогли сделать такой формат, как свадьба онлайн. Несмотря на то, что, казалось бы, да, вроде бы меньше людей, но очень много технических моментов, это очень много сложностей разных. И плюс ко всему, это для ведущих очень много разных таких тоже технических моментов, для фотографов, для видеографов тоже очень много всего. Поэтому да, это оказалось, что это более сложное даже, чем офлайн свадьба. Мы запланировали это заранее, да, то есть этот день для нас очень важен, поэтому мы не можем перенести. Ну и плюс ситуация в стране, непонятно, когда это все возобновится. И поэтому... Этот день мы самое главное вместе, и мы счастливы. Главное вот вдвоем, и все, больше никого не надо.